С этого дня на ближайшие 2 недели закрылось главное 8-этажное здание перинатального центра КДМЦ. В роддоме начались ежегодные профилактические мероприятия – генеральная уборка, дезинфекция, дезинсекция, стерилизация оборудования. А на период с 25 марта по 7 апреля глобальная очистка ждет уже 2-этажный блок. Помещения закроются по очереди, так как работы будут проводиться поэтапно, отмечают специалисты Камского детского медцентра. На период работ в блоке А, блок А это у нас занимается, это физиологический профиль, значит, женщин будут госпитализировать в отдельный дом, горбольницы номер 2. Далее, когда будут работы производиться во втором, в блоке Б, это женщины с обсервационными показаниями, данные женщины будут госпитализироваться в родильный дом номер 1, это горбольница номер 2. Приказы о сроках проведения формируются Горздравом, поэтому руководство КДМЦ исключает какие-либо отклонения от графика. Кроме того, все смежные экстренные службы, например, скорая помощь, предупреждены о том, куда доставлять женщин в положении, пока соответствующее отделение КДМЦ закрыто.